Так, всем доброго времени суток, и тут ко мне пришел ёлки-палки, уже по привычке говорю, телефон. Не телефон, а, значится, фонарик. Фонарик заказал, и сейчас посмотрим, что нам там китайцы прислали. Вот, сейчас мы это дело все распакуем и глянем. Так, собственно, не сильно у нас тут было запаковано все это дело. А накидали они мне тут, что-то тут китайцы напутали. Интересно, я по-моему, так все, больше содержимого там нет. И кажется, я вот эту штуку вроде как не заказывал. Ну, она оказалась здесь. Ладно, потом гляну по заказу, в принципе. Пофигу. Так, смотрим, что у нас тут еще. Сам фонарик, а где аккумулятор? Интересно. А он на батарейках? Хм. Прикольно. А не, вот аккумулятор на месте. А, это можно, я понял, это дополнительный модуль, типа пальчиковые батарейки вставлять, и вот отдельно аккумулятор, все. Дошло до меня. Хотя этот самый на странице заказа такой штуки, кстати, не было. Была вот только такая. И заказывал я, собственно, вот это вот все. Это я не заказывал. Ну, еще гляну, проверю. Может, я что-то провтыкал. Да, собственно, и не важно. Ладно. Самое главное, что все пришло. У нас здесь зарядное устройство. Вот с таким вот толстым штекером. Так, блок зарядки для аккумулятора. Вот для аккумулятора так миксар запакован хорошо. У нас ставится, все заряжается. Соответственно, вот такой вот модуль для пальчиковых батареек, если аккумулятор вдруг сдох или еще что-то. В принципе, можно даже на замену сделать. Вставить уж сюда заранее батарейки и таскать его с собой. То есть села эта батарея, зарядил пальчиковые батарейки. И, собственно, вот такой вот у нас фонарик. Привалил. Тут у нас, как видите, зум есть. Так. Плавненько ездит, очень даже замечательно. Заявленная мощность у нас, по идее, должна была быть 4000 люменов. Здесь я вижу написано, ну это, наверное, кратное самое расстояние, куда он светит. Ты что, на 2000 метров бьет, что ли? А ну, напишите в комментариях, бы я как-то не особо разбираюсь. Так, сам же у нас тоже фирма Миксар, собственно, и батарейка тоже Миксар. Посмотрим внешний вид, какой он у нас тут симпатичный. Зеленая кнопочка у нас вот такая вот имеется. Нажимается так добротно. Ремешочек на руку. Хороший. Так. Ну, собственно, вот так вот он у нас выглядит. Как видите, очень даже замечательно. Перфорация здесь, в принципе, ничего такая, цепкая. Вот так вот он лежит в руке. Вот такой вот у нас там диод стоит. Линза такая большая у нас. Ну и, собственно, размер вот он у нас. Ладонь. Почти. Ладошки, в принципе, помещаются. Если сравнивать, допустим, с 6,44-дюймовым телефоном, то ну, вот размер вот такой вот. Как видите. То есть, в принципе, компактный фонарик небольшого размера. Это не то, что было раньше. Баулы прям утокенные фонарики с огромными большими литионными батареями или какими там, не помню, вот эти толстые, которые, если кто застал это еще. Это жуткое время. Так, ну да, ладно, сейчас распакуем нашу батареечку, вставим и посмотрим, как он у нас работает. А вечером будем проверять, насколько он там куда светит. Так. Вот так вставлять.
Или не так? Ну да, так. Закрываем это все дело. Это плотненько закрывается. Туго. Вот так вот. Все. Ничего не светит. Я что-то неправильно сделал. Так, ладно. Перевернем батарейку. Или может батарейка разряжена, что непонятно. Еще раз вставим. О, засветил. Так, ну светит вроде так неплохо. Здесь просто у меня две лампы стоят, поэтому как бы не особо видно. Сейчас даже пойдем, может, в коридоре что-нибудь засветим. Как-то даже не знаю, хотя в темноте может даже лучше будет. Вроде как светит довольно широкий такой угол света. Так, протереть надо линзу. Собственно, такой вот у нас фонарик. Ну, не знаю. Надо вечером смотреть, потому что днем плюс лампы еще как бы не особо видно, что там. Сейчас, может, темное место там, в коридор посмотрим, что там да как, да? Сейчас попробуем. Так, ну, посторонний свет вроде насколько это возможно убрал, но как бы все равно еще довольно светло. Поэтому сейчас включим наш фонарик и посмотрим, как он светит. Ух ты! Да, хорошо светит, слышь, ничего себе. Смотри, какой большой этот самый диаметр охвата. Вот это вот все светит очень даже замечательно. Это у нас зум. Вот так работает. Так, хорошо. Мне это нравится. Нормально, в принципе, хороший фонарик такой, очень широкий. Значит, у нас диаметр освета. Это очень замечательно. Неплохой. В принципе, своих денег стоит. Я когда-то пользовался ультрафайер фонариком. Вот, то в принципе, можно сказать почти то же самое. Хотя я не знаю. Ну, тогда я просто пользовался ним в полной темноте. Вот. А здесь как бы еще полно постороннего света, сейчас дневное освещение, поэтому нельзя адекватно оценить, значит, то, как он светит. В общем, ладно, мы еще в вечернее время проверим, как он светит. Вот, вылезу с балкона или выйду на улицу и посвечу как можно дальше где-нибудь на прямой, значит, территории без всяких помех, чтобы посмотреть, насколько далеко он светит. Так что будем дожидаться вечера. Так, сейчас будет тест нашего фонарика. Будем светить с третьего этажа. Так, включаем. И как видите, освещает вполне себе неплохо. Очень даже замечательно. Сейчас проверим зум на фонарике. Так, и зум очень тоже даже хороший. Так, сейчас девятиэтажку вот он посветим. Как видите, достает. Очень даже хорошо достает. До нее примерно метров 100. Вообще, это что? Светит нормуль. Отличный фонарик, значится. Итак, значит, фонарик у нас светит по пятибалльной шкале у нас на целую пятерку, значится. И, кстати, еще забыл упомянуть, что фонарик у нас металлический.
железный, так что денег своих вполне стоит. Очень хороший фонарик. Такой вот у нас светодиод внутри. Так что, в принципе, покупать очень даже стоит. Кому надо, то берите. Ссылочка в описании будет. И, кстати говоря, еще вот эта вот штучка. Это на батарейках на обычных пальчиковых мини. Вот также можно использовать их. Дополнительный модуль этот идет к фонарику. Вот, но яркость свечения на этих батарейках слабее, так как у них меньше мощность. А тут, конечно же, аккумулятор и, понятное дело, светит гораздо ярче. Поэтому такой вот у нас хороший фонарик пришел. Покупкой я доволен, так что подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр, пока!